Правило первое правильного прикуса. Как вы располагаете язык во рту? Язык должен быть прислонен вверх к небу. Язык повторяет форму неба. То место, на которое вы обычно кладете пищу, оно куполообразно прислоняется к небу. Кончик языка при этом не упирается в зубы, а находится над ними, над альвеолярными отростками. Язык прислонен вверх к небу вот таким образом. Сбоку от языка остается пространство. Он не касается зубов ни сбоку, ни спереди. Спинка языка, верхняя часть прислонена к небу. А кончик к передней части неба, к альвеолярным отросткам, не к зубам. И так язык должен держаться во рту всегда, если вы не разговариваете и не едите. И теперь смыкаем зубы медленно, язык оставляйте в этом же положении,